Привет, друзья, меня зовут Алекс, и это продолжение игры Ведьмак 2, 3, 4, 5. Вышел заяц погулять, волк, слышь, ты охерел совсем. Твою мать, что ты у меня гребешь, пидрила мохнатая. Пидрила шерстяная. Это я тебе, блин, сейчас наваляю, слышь? Охеревшие совсем. Нет, это не то. На тебе, гнида. Вообще охерели просто совсем. Не даю честному человеку проехать. Да куда ты лезешь, козлина? А на солдата своего не задеть, а то ж потом завалят. Мужик, ты меня-то не бей. Это, блин, еще собачье сало, красота вообще. Мое собачье сало не забирайте, а. Это мое собачье сало, я его. Сырое мясо, красота. Будем сырое мясо жевать вместо жвачки. Спасибо, мужики. Шоколаду. Вообще охренеть, еще и... Мужик. А, это, наверное, просто не мужик. Просто вид делаешь, что ты мужик. На самом деле не мужик, ты конь. Опа, а это что? Это какие-то красные существа, да? Ладно, давай сходим, поглядим. Оу. Кстати, нам надо помедитировать. Так, здесь не совсем удобно. Зашибись. Ну, выходи ты отсюда. Да ебическая сила, выходи ты из инвентаря из своего. Вот это вот... Ну, это мне не очень здесь нравится. Бля, он меч кусает. Зубы свои выбить решил. Волчара поганый. О, нашел кнопку, замечательно. Так, медитировать до 9. До 9 медитировать. Нет, подожди. Не хочет. Давай вот, до... В 6 утра, в принципе, восход, надо 6, нормально, поспим. Ну, повернее, помедитируй. Он же не спит, он медитирует. Спят в Фоллауте, а ведьмаки медитируют. Все, ведьмачело, поехали. Жив, здоров, все ништяк. И звуки такие смешные в игре иногда возникают. Ты голоден или что это значит? А что это значило? Типа таймера с ягодкой прошло. В общем, есть такой звук смешной. Эти животные, видимо, воют. С таким звуком, как будто кто-то стены сверлит. Это я слышу, козлина. Иди-ка сюда. Будем прокачиваться на волках. Иди сюда, козлина. О, вот же здесь есть козлина. Да? Это не та козлина. Подожди, вот крестик же. Вот. Я стою на крестике. А, вот она, хрень эта бегает. Иди сюда. Иди сюда. Блин, не успел блок поставить. Следующий на. Следующий. Вас двое было, я точно помню. Лошадь, он у тебя, да? Я блок поставил, слышь ты, охреневшая морда. И я теперь тебя... Да ё-моё, бей ты его. Что ты его жалеешь-то, псину эту? Мощный удар, снизу, сбоку. Все, ништяк вообще. Сало. Что звуки такие страшные были? Ага, я вижу цветы. Сейчас будем его собирать. Мы еще дуванчиков, там пару вагонов соберем. Поехали, еще побьемся с этими чертями мохнатыми. С мудилой шерстяной. Иди сюда! Я тебе в жопу с саблей. На тебе, варк.
Кусай, кусай мой меч. Eat my sword. Ну, подлюка такая. Ну, нормально. Шкура. Шкуры-то мне и не хватало. Сошью из шкуры жене, блин, пальто. Стоп, а что это за звуки? Типа, есть он хочет, что ли, или чё? Непонятно. И не сказать, что это звук голода. Ягодки пособираем. Ух ты, я какой-то камень нашел. Ох ты! Что с тобой делать, уважаемый товарищ камень? Может, тебя ударить надо, чтоб ты мне что-нибудь сказал? Нет, не хочет. Так, я здесь что-то видел. Здесь что-то сияло. Это травы лесные. Да, ведьмачье чутье в реальной жизни бы помогло. Ага, тут десятка валяется, тут пятеро валяется, там вот еще что-то валяется, тут ключи от сейфа с адресом сейфа забыл, там еще чего-то. Было бы удобно. И чисто теоретически ягод много не бывает. Это ж все-таки тут зелья всякие варить надо будет, масла всякие выдавливать и прочую всякую хрень. О, крестьянка, здравствуй. Обчистим. Княжеская вода. А как мне вот нижний обчистить ящичек? Как мне нижний обчистить ящичек? А вот не хочет он. Вообще надо меч убрать. Зачем я крестьянку-то пугаю? Негоже пугать-то честных граждан-то. Зачем их пугать? Кстати, надо сохраняться периодически. А то на меня солдаты нападут еще, и это будет просто катастрофа. Это будет эпик фейл. Потому что придется заново этих мохнатых уродов бить. Глянь, так эта травница здесь, походу, живет. А вот на солдат, кстати, вспомни говно. То есть все, что здесь, ведьмач счет, зажмите ускориться. То есть здесь взламывать, как я понимаю, нельзя. Это очень печально, это мой... любимейший навык во всех РПГшках — это взламывать все, что только попадет под руку. Мыши хвоста я вообще просто пару тележек взял. Ты глянь, сколько цветов. О, еще мешки здесь, одуванчики, всякая хрень. Там, короче, какой-то здесь... А, нет, это всего лишь навсего я могу огонь потушить, зажечь. Ага, вот тебя мы пропустили, мышехвост. Давай посмотрим на карту и поймем, куда бы нам пойти. Вот здесь вопросительный знак есть. Пойдем тогда сюда. Восклицательный знак означает что? Можно начать новое задание. Здесь что? Пока еще не обнаруженное место или артефакт. А-а-а, это кузница. Это точила, а не кузница. Поехали, наточим клинок. Ко мне, рыба. Цып-цып-цып, ты где? Ага, вон она, я тебя вижу. Поехали. Не-не, подожди-ка, сэй. Мы вначале вточило сгоняем вот сюда. Давай, ускоряемся. Ух ты, в дерево врезался. Бывает. Потопчем им вообще весь урожай. Она при суперускорении прыгать не может. Это плохо. Прыгать-то, ё-моё, ну не забывай ты прыгать. Почему на большой скорости лошадь прыгнуть не может? Мне это расстраивает. О! Кузнец мой. Торопись. Кузнец! Друган! Наточи-ка мне нож. Дом тебе так и не построили, смотрю еще. Че у тебя украсть можно?
точила. Точила можно самому использовать. Ваши вещи были улучшены. Это все? Это сразу сходу? А, и он на таймер пошел. То есть просто от времени заточка портится по ходу дела, не? О, я еще никого не бил. А, портится заточка, портится. Ладно, теперь поехали на новое задание. Может быть, мы успеем. Может быть, мы успеем тогда. Прыгай, прыгай, прыгай. Ой, молодчина. Поехали. Так, может быть, мы успеем, пока заточка сохранится, на новое задание. Руление лошадью довольно-таки непривычное. Что ее так вот можно еще рулить? Такое... Очень плавное руление. Так. Солдат-то здесь сколько много. Прям вообще. Поехали. Сюда, сюда, сюда. В жопу не врежешься. О. Лошадка, не задыхайся. Ты мне подлянку сделаешь так. А я вообще задание, кстати, проскакал все свое. Дуралей, блин, разогнался. Лошадь слишком быстрая попалась. Если бы была помедленнее лошадь, было бы лучше. Я бы не пробежал свое задание. Это я так далеко убежал от задания. С ума сойти. Ну чего ты? Ты бы прыгнула и ничего бы не случилось. Лошадь какая-то пугливая, вообще трусливая. Вместо нее псигвей какой-нибудь бы дали, что ли. Ребята, ну не мешайте вы вообще. Ну спрыгни ты вниз. Че ж тебе мешает-то, а? Вот. Ключ потеряла, бабуся. А, бабуся. Ты в пупку играла? Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает. Нет ли у тебя, бабушка, березовых коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Не говорю, а вы, должно быть, на голову упали, чтоб по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. Отложи, говорит бабушка, отдам с утра. Удивилась я немного. Что он там в потьмах жарить собрался? Ну, сердце-то доброе у меня, вот и дала. Ты, так ты все-таки ему дала. Интересно, что было дальше? Интересно, и что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела, и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи. Потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Вот беда. Ты мне подсобишь, золотенький. Принесешь сковородку бабушке. Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно. Потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он должно быть... Там лежать и остался. А, в этом доме эти черти сидели с ее сковородой. Тот со сковородой... Я понял, один второго сковородой работал и ускакал с утра, но дом запер. Давай поможем бабушке, что там? На сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. А как ты открывать-то будешь, мужчина? А лошадь моя без труда заходит туда. А я не могу. Жопа, говорю. Открой мне дверь с той стороны. Не хочет. Бабуся, каким членом я должен тебе эту дверь открыть-то? Расскажи мне. Я так не умею. Тут заколочено все, там заколочено, все закрыто. А, я все понял, по ведьмачьему чутью надо определить, выследить того мужика, который запер дверь.
Ведь правильно? Но по-другому-то никак. Было бы слишком все просто. Я все понял. Ну, ё-моё. Если я неправильно понял, это будет абсурд. Игни. Нет, не Игни. Игни — это защита. Акси Ард. Квен — охранный щит. Игни наносит урон огнем. Акси охват. Ну давай Ардом, значит. Значит, Ардом. Красавчик. Осмотреть хату и найти сковороду, используя мачи чутье. Мне еще сейчас и... Так, Ард мне не нужен, теперь Игни пусть будет. Смрад! Ух ты. Гниющее мясо, ну, сгодится. Поджечь. Это что это? А, это свеча. Орены. Орены — это типа деньги, видимо, местные золотые. Масло. Масло у меня еще не было, ребята. Будет у нас теперь масло. Будем масла против... Тело. Понятно, откуда запах. Я тело не вижу. А, вот оно, тело. Фосфор. Нифигашки. Треснувший монокль. Интересно. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Я сам с собой разговариваю, бабушка, привыкни, я это... Люблю с собой душ говорить. Горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Ой, я ж тебе говорю. Алкотест? Отжигай, дружище. Ух ты. Это в гвинтов играл, что ли? Здесь ни во что, кроме гвинтов. Классно, новый кинжал. Ударный болт. Это, кстати, тоже хороший. Вырванная страница. Отвар из вилохвоста. Пробел медитации. С медитацией можно сюда. Бестиарий, обучение персонажа, книги. Ремесло. Ударный болт. Не хватает ингредиентов. Нифига, тут ингредиентов-то надо. Это что? Дерево. Дерево у меня вообще нет. Железный слиток. Один есть. Серебряная руда. Один компонент. А, серебряная — это если они против чертей этих будут. Алхимия. Алкогест. Не хватает ингредиентов. Это что? Вишневая наливка на спирту. Пустая бутылка нужна. Там нильфгардская лимонная. И плод балисы. Блин, у меня их 13 штук. Аж вот это хорошо. Уже дает плоды наше собирательство бесконечное. Тимерский кинжал. Стальное оружие. Ух ты, на 4 больше урона наносит. Красотища. 25-31. 25-30. О, ну да. Так, необходимый уровень 1. Необходимый уровень 1. Тимерский кинжал, стальное оружие. Да и не сказать, что кинжал, нормальный меч. А это серебряный. Ведьмачий серебряный меч, да. Все правильно. А это что? Малый рунный камень Велес, улучшение. Рунный камень расположите в пустой ячейке на мече, чтобы улучшить свойства меча. А я не вижу пустых ячеек в мече. Наверное, я просто немного не там нахожусь сейчас в заданиях. Менее персонажа. Это чисто навыки. Так. Так. Ну вот он, наш меч. Это я вообще убрал. А это я одел, все правильно. Тимерский кинжал. Все понял. Понял. Хорошо. Ну-ка, достань-ка первый. Интересный. Сковорода. Вот и бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто.
Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Вот так вот, бабуся. Ну что, нашел сковородку? Нашел. Вот раньше люди жили. А вы говорите, чтобы письмо написать, надо было сажу найти, вон у бабки сковороду упереть. С тобой это что, дружище? Горотой. Оставили да, старые шрамы, как у солдата. Как у солдата. Ну что, нашел сковородку? Да нашел, нашел, хватит мне трещать тут на уши, а то не отдам. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитаю. Я тебя поцелую, сыночек. Сыночек, на дорогу. Спасибо, бабуся. Поджарю-ка я себе на... Что, бабушка дала-то? Я что-то просмотрел. А, очки опыта 10. Она что, очков опыта мне дала? Нет. А, печеное яблоко 5 штук. Красота. Ко мне. И яблочный сок 5 штук дала. Я слежу за тобой, Нордлинг. Нордлинд. Но. Так, значит, нам нужно сходить в тот неразведанный поселок. Да, поехали в поселок, съездим. Ага. Немножечко здесь, конечно, с управлением я никак привыкнуть не могу. Поехали, но. Поехали. Красные. Ой, ну и вонь. Да насрало такое стадо, конечно, вонь. Ну, все. Что здесь за вопли? Я пришел. Кто здесь орал? Ну чего опять? А кто тут орал? Ух ты, какой крутой. Гля, какой пацан крутой. Это какой-то китайский вообще рыцарь сюда затесался случайно. Давай, жарь. Нам надо сюда, быстрее. У нас время. Опа. Ой. Ой. Ну, сколько мне еще ждать? Гуля. Нет, блин, с блоками какой-то тухляк, конечно. Так вот, кто орал-то, гля, братва, гри пришла. Чё ты наших гуля обел-то, слышал, блюдок? Мы так разводили, мясо жрали, а ты взялся и испортил. Уже закат, красиво. Тут хоть. Да что вы делаете-то? Нельзя нам терять надежды. Что у вас слышно? Хвороба какая-то меня пробрала. Жальтесь надо мной. Мое почтение.
Что здесь вообще происходит? Я не могу понять. Вы что, больные, что ли? Ничего не остается, только молиться и просить, чтобы нас зло миновало. Земной поклон. Поклон, ну все нормально. А, вот. А, это торгаш. Покажи свои товары. Так. Ага, ничего интересного, кроме пустой бутылки, в которую можно налить. Наливать нам пока нечего. Бывай, бывай. Бывай. Земной поклон. Вроде все нормально, что они глючат такой. Ничего не остается, только молиться и просить. Да пошли вы в дупосы, убивают, блин. Достали. А, стоп, 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 а что с ними происходит? Надо было через ведьмачье чутье это все дело пронюхать. А, тут духи. А какие тут духи-то? А, так, там, значит, жуют нас мухи. Может, они нечистые какие? Да не, почему нечистые-то? Нормальные, наверное, мухи как мухи. Откуда боги привели? Взять нужно. Но нужно взять, нарисовано же было. Вы не можете напасть на эту цель. А хер ли с ней сделать-то надо? С пчелами поговорить, что ли? Это гули. Или кто это? Гули же. Какой там... О, это у тебя два удара, нифига ты мощный. Покончим с этим. Покончим, говорю, с этим, гнида. Вообще непонятно, какая-то дикость. Так, а давай задание посмотрим. Карта задания выполнена. А, это выполнено, основные задания. А, все. Нет второстепенности. То есть здесь просто колом висят, да висят. Так, давай помедитируем немножко. Часиков так до 5. Не могу до 10, потому что это будет уже слишком поздно. Это я зря сделал. Надо сделать квен. То есть маленькие херовины бегают. Это лань. Да где вы хоть? Заяц точно не злой зверь. Вот они. О-о-о-о. Иди, иди сюда. Его главное за... Самое главное этого начера или нашера или нешера, короче, рэпера этого. Надо... Надо вовремя брать и уворачиваться от него. Его вообще зажимать надо, не давать ему атаковать себя. Вот так вот. Хотя я все равно дал ему себя ударить, а это плохо. Кстати, уровень должен вот-вот-вот-вот-вот на пороге быть. Я более чем уверен, уже вот... А, еще 22 очка. 22 очка. Иди-ка сюда, очко. Я ж блок ставил от тебя, гнида ты проклятая. Третий-то удар откуда у тебя, слышь? Геральт нанес смертельный удар. Да Геральт вообще молодец. Немножко помедитируем.
Вот и здоровы мы теперь. Снова. Ну, теперь тебя не хватало. Волчара. А, там варги были, а здесь волк. Круто вообще, какая разнообразность здесь флоры и фауны, прям просто пипец. Ух ты. Ты опять гнида маленькая. Зажал, да, у березки, гнида. На к тебе. Чтоб не выеживался мне здесь. Пойдем-ка до города дойдем. Здесь ребят, если что, его оприходуют. Здесь можно немножко помедитировать пару часиков. И посмотреть, что у нас с уровнем. Блин, 6 очков не хватает до уровня. Пойдем еще этих чудиков побьем. Ну надо уровень. Привет, рыба моя. Вот здесь черти. Вот этот крестик здесь, да. Никого не видать. Как ты меня атаковала-то, гнида такая, а? Просто с них столько опыта мало дают, прям просто ужасно мало опыта дают. Цветы. Есть кто? Блин, никого нет. Всякие оленята. Это что? Давай, бей эту гниду маленькую. Хорош вообще, красавчик. Что-то я ему отрубил. Ой, я ему полтушки отрубил. У меня меч уже портится, да? Все, пипец. Надо кузнечика посещать. Уровень мой где? Сухофрукты и орехи. Походу, он на автомате сухофрукты и орехи сейчас только что захавал. А уровень-то мой где? Все, второй уровень. Почему меня об этом не известили? Может, просто пропустил, прослушал? Скорее всего. Как ты сзади очутилась-то? Ёлки-палки. Ну давай, ну не убегай ты от меня. Ну что ты делаешь, лошадь-то? Ксюша, поехали. Да не бейся ты головой об деревья. Болеть же будет потом. Во, нормальненько. Значит, в этой деревне мы побывали. Чё ты говоришь? Вот два. А, понятно, это он все с рыбой сыр разговаривает. Так, здесь можно точить. Здесь еще куча вопросительных знаков, в которые мы поедем в следующей серии. Ребят, благодарю вас за внимание. Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и вступать в паблик ВКонтакте. И писать комментарии, ставить лайки. И мы с вами увидимся в новых сериях прохождения игры «Ведьмак 3. Дикая охота». Всем удачи и пока.